В Ханты-Мансийске сегодня открылся третий международный конгресс традиционной художественной культуры. Ученые, народные умельцы и преподаватели вузов России и 9 стран мира собрались, чтобы обсудить проблемы фундаментальных исследований народного искусства. В этом году на участие в конгрессе поступило около 200 заявок. В рамках международного форума пройдут круглые столы, мастер-классы от профессионалов народного искусства и презентации творческих проектов. Главной задачей конгресса, по мнению его участников, остается популяризация и сохранение народных промыслов, а также внедрение лучших мировых практик в области национального искусства. Конечно, мы надеемся, что в рамках данного конгресса мы поймем, как сегодня в условиях глобализующегося мира, как в условиях развития информационных технологий, стирания границ, как сделать так, чтобы нам сохранить, а самое главное, развивать и популяризировать традиционные народные промыслы, народные умения, народную культуру.